Гул моторов, разрывы снарядов, несмолкаемая стрельба. За рычагами управления и штурвалами боевых машин курсанты Печанской учебки и солдаты столичной 120-ки. Занятия идут интенсивно. Уровень нагрузки постепенно возрастает. Пока танкисты стреляют по различным мишеням с места и в движении, мотострелки осваивают начальное упражнение. Преподаватели добиваются слаженности действий, постоянно подводя курсантов к более сложным тренировкам. Это является вторым упражнением на боевой машине, которое они выполняют. Но первым упражнением, когда они стреляют из пушки 2,72. Здесь в военнослужащем необходимо поразить такую мишень, как БМП, вот, отстрелять из пулемета, поразить пулеметные цели, вот, показать свои, скажем так, первичные навыки при действиях при вооружении, пушки, пулемета, набираться опыта. Дальше упражнения сложнее и сложнее. В конечном итоге это для нас выпускной экзамен. Технику мотострелки изучают буквально до винтика. Такой подход руководители занятий считают наиболее оптимальным для достижения высоких результатов. Недавно объединенный учебный центр пополнился новым комплексом тренажеров. Через так называемый огневой городок проходят все наводчики и командиры машин. Здесь курсанты приобретают навыки работы на средствах связи, приемы загрузки боекомплектов. По окончании стрельбы – подведение итогов с анализом заездов. Затем – работа над ошибками. Вскоре танкистов ждет тактическое учение в составе подразделения. Мотострелки из учебки продолжают осваивать новые бронетранспортеры. Алексей Латыш, Светлана Смык, Дмитрий Бондарович, телекомпания «Воен-ТВ». Специально для программы «Наше утро».